Окей, показываем. Для долбоебов, блядь. Вот в открытом состоянии находятся очки. Так, сейчас я... Так, еще раз. Показываем для долбоебов. В открытом состоянии находятся очки. Вот. Видно, да? Теперь нажимаем на кнопку с правой стороны. Опускается, да? Чуть-чуть приподнимаем эту хуйню, она кликает, и опускаем ее обратно на глаза. И все, прекрасно все сидит, блядь, как я к тому было. То есть у тебя упираются очки здесь под собственным весом. Упираются в наглазники, в надкостницу здесь. Я не знаю, как эта кость называется, блядь. Вот, и все прекрасно сидит, вот, в черепе. То есть вот эта вот заводская конфигурация вообще ничего не менял здесь. Вот это вот как оно вот прям с завода пришло. У меня на мой большой качан все одевается прекрасно. Понятно? Вот. Еще раз показываю. Открытая хуйня. Вот она сейчас, открытая. Она под собственным весом, она давит. То есть она, в принципе, же не легкая, она там килограмм, наверное, весит. Чуть, может, меньше килограмма. Вот. Теперь нажимаем раз, приподнимаем крышу и опускаем ее. Все. Вот и все. Ничего. Больше не надо. Пока.